чувство, когда уже устал от всех этих горячих новинок по типу ДБД, всяких ластьеров и пятниц, и уже ничего не ожидаешь. Не знаю, не читал Росин, нет. С Богом, да. Крепота. Here we go again. 600 FPS, куда мне столько? Эй, это еще что? Боже, простите, простите. Не чекайте своего К. Окей. Кредиты 5000, уровень выжившего 0, очки тьмы 0. Сыграть обучение, регион Северная Америка, Азия, Европа есть. Хорошо. Настроечки. Изображение курсора, цвет курсора. Что мне вот этот нравится, наверное. Графоне. А ну все на высокое, на эпичное все. Давайте попробуем, по крайней мере, на эпичном. Забавно, у меня вроде как 108 FPS, но персонаж двигается в лобби как будто все 15. Не, они говорили, что русский будет Перл Прат. Вертикалка, пофиг, без рамки, работает. А можно мне, пожалуйста, чтобы звук не затухал, когда я альтабуюсь? Говно, жопа. Нельзя, видимо. Окей, выживший. Две футболки. Вот. Станции все одинаковые. О! О, перки. Что, всего 9 перков? Ну, на 20 уровнях. Не, ну я, конечно, буду затян играть. Офига, цвет волос можно настраивать. Красиво. Второй цвет волос, это что такое? Воу! Не, он тоже розовый. Окей, черная футболка. Маньяки. Ученый. Рыбак, который открывается на 5 уровне. И стежок. Стичес. На 10. Безумный ученый ловит и убивает жертв, используя хитрые инструменты и приборы. Электробита. По этой бейсбольной бите постоянно бежит ток, бьющий любого, кого он коснется. Голокупол. Переносное устройство создает голографический купол, из которого не выбраться. А снаружи его не пробить. И ручной радар. С помощью небольшого радара ученый узнает примерное положение выживших рядом с ним. Okay. Ну прям этот... Эммет Браун. Только чуть более безумный. Тоже перки. Блин, всего-то так мало перков. Ладно, облики, понятно. Блин. Это Рик? Да, кстати, на Рика еще больше похоже. Хорошо, магазин. КП, это кредиты, да? Я могу сразу шмотки купить. Но я буду копить на серебряные шортики, конечно же, вот эти вот. Или на ёбку. Пользовать код. А чё так мало? А, это акции недели. Все, а только акции есть. Ну я хочу вот эти шорты. Свинцовые трусы. Ладненько. Ну, давайте сыграем в обучение. Режим игры остаться в живых. Режим игры побег. Режим игры обучение. Сыграть в обучение. Изучите базовые принципы Hide or Die. Верность. Там такой camel toe на этих трусах прям. Ух. Ух. Зона 1А. Округ Бейл, Западная Виргиния. Там, в принципе,
Бейсик шончик тут. Ой, ёпт. Ой, ёпт. О, божечки. Нажмите что, чтобы открыть телефон? Кавычки? А, ну ладно, я нажал М, он вроде открылся. Нет, тильда не работает. Таб открывает статистику. Во тьме. Оружия у меня, соответственно, нет. Не-не, тильда не работает на телефон, я же сказал. Ну, это М. Хорошо. Телефон открывается на М. Мощный удар есть? Так, я вроде не в хоррор играю. Вот карта мне вообще не нравится. Чем-то пятничку напоминает. Че такое? А? Смотри, вниз бубиса видно? Нет, только ножки. Ctrl, короче, что это? Оглядываться влево-вправо. Надо приседать на C. Ну, FPS стабильно пока 80-120. Норм вроде. Не дерганы ничего вроде. Блок можно ставить? Не, ну меня, вы меня приседать хотите учить? Серьезно? Может залезть под небольшие объекты, а ваши шаги будут тише, чем при ходьбе. Черт. Нажмите Ctrl, клавиш джойстик направление, чтобы выглянуть. Ёпт. Ладно. На поезде движение, ничего себе. Ладно, обойдем его с этой стороны. Террорадиус, где-то это уже видела. О! Нажимайте Е у разных объектов, чтобы спрятаться. Inside them you can use your phone as well as peek. Careful peeking, however hunters can see it. Ну, телефон понятно, окей, а... А, это вот я Ctrl нажимаю, да. Здрасте. Ну да, радиус террора определенно. Похоже на то. Разграбьте дом, текущее задание. Окей. Лопата. Так, ну тут уже батл рояль начинается. Надо в названии стрима менять не ДБД с пушками, а ДБД батл рояль. У тебя жирный 140. Бейте темных существ. Здрасте. Они будут отбиваться? Давайте посмотрим, что они делают. Стамина есть, кстати, вообще? А, есть, она же на курсоре показывается. Что, ну у меня 64 патрона, может это? Да куда ты отпрыгнул-то? Так, с них выпадает тьма. Пройдите по темным спорам, чтобы набрать очки тьмы ОТ. Запустите извлекатель с щитком. Выполняйте действие с активатором, извлекая... тьмы, чтобы начать. Увлекатели тьмы должны включить, чтобы они поглотили много тьмы. Для этого нужно выполнить несколько шагов. Каких шагов?
лопатой проще добывать. Очко тьмы. Так, ага. Понял. Тут какие-то действия, да, надо сделать. А, чтобы включить, нажмите сочетание клавиш, которое сделает все огоньки зелеными. Чтобы щиток заработал, нужно завершить три этапа для подтверждения или выхода из щитка, нажмите Е. Окей. Пока неплох. Пока неплох. Но только не говорите мне, что здесь будет то же самое. Твою ж мать. Я надеюсь на какую-то другую мини-игру. Так, все это я запустил извлекатель, да? Извлекается. Три реки. Different extractors. Я не успел прочитать. Ёпт. Короче, они будут привлекать мобов. Видимо, они мне это хотели сказать. Рагдол очень громкие и неприятные звуки издает. Велоцит копаем. Я только хотел сказать, это что это. Прям сайкл. И чё, он извлек, а где моя тьма? Enter the abandoned factory. Не понял, тьму, да? Выдай мне, алло. Грёжа, можно менять графику? Ну, я на ультрах типа играю сейчас. Другой попади в скилл чек с интеллектом 1. Да-да-да-да. The Abandoned Factory активировать. Ой, а это чё? Почему без того прицел, кстати, точечкой становится? Ой, ёпт. Так, а хп-то где? Ага, хп это наша тьма внезапно. Он меня побил, я по восьмерке терял. Может не так шип. Внезапно. Прыгать не так забавно. Блин, игра с Аимом мне уже не нравится. Что за штанкап? Берите канистры рядом, вливайте их. Да. В генератор. Так, это что-то знакомое. Это, кажется, пятница пошла. ДБД уже увидели, Battle Royale какой-то увидели. Это что? Пятница. В него кинул. А, ну да, 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 это больше пятница все-таки. По горлышко. Да что-то знакомое, да, чат, пока что? Что-то, что мы уже видели. Встаньте рядом, чтобы собирать тьму. А, короче, я все это время просрал, да? Надо было прям в ней стоять. Надо было в этом экстракторе стоять. А я вышел и отстреливался от мобов тогда. Все, понял, принял. Текущее задание превратить в охотника. Игроки могут переходить на сторону тьмы и становиться охотниками в темных местах. Чтобы перейти на сторону тьмы, счетчик тьмы должен заполниться на 100%.
Но у меня он не заполнен. Ну ладно. Предположим. Ну, выберите охотника, чтобы закончить переход восьмого. Каждый охотник свое умение, которое пригодится в разных ситуациях. Чем больше опыта у конкретного охотника, тем больше перков он может открыть. С ростом уровня открываются новые виды охотников. Электробита! Вас выбрали. Нажмите F, чтобы включить темное зрение. В этом режиме как охотники, так и выжившие невидимы. Но при этом охотник может определять примерное местонахождение выжившего с большего расстояния. С большого расстояния. Чем краснее контур выжившего, тем больше у него очков тьмы. О, это Hunt Showdown пошел. От того, что делает выживший, во многом зависит, как он виден в темном зрении. Если он присел или прячется, возможно, область его нахождения становится шире. Если он присел или прячется, то область становится шире. А, все, понял, понял. Ладно, что у меня есть? У меня есть рукопашка. У меня есть радар. У меня есть голокупол. Ну, я про него читал уже. О, радар. Чё-то крикнул. Ничего не делал. Хорошо, F. Ну да, это уже Hunt Showdown, только там молния по челикам била. Это он типа присел? И как часто можно эту обилку юзать? Походу постоянно. А, помогите! Ну вот такая участь примерно ждет всех фейскемперов и туннелеров в ДБД. This is a nifty gadget. Я сказал, this is... Ну, ладно, с обучением, видимо, мы закончили. Кто бы мог подумать, что в обучении будет портал, который кидывает тебя в небеса. Ну, я не знаю, что делать с... челиками. Ну ладно, второй раз играть в обучение не буду. Смотрите, есть два режима. Остаться в живых и побег. Мне кажется, давайте побег. Мы же все-таки в ДБД играем. Ого, смотреть побег. О, как быстро нашел. Ничего себе. Режим побег. Помогите извлечь тьму, захватившую округ Бейл. Можете прятаться в урнах, мусорных баках, гробах и других объектах. Доктор, чего нам? Говно интерфейс, если честно, что тут, что в пятницу, что в ухе. ДБД лучше всего. ДБД его особо на самом деле и нету. А чё там в интерфейсе? Ну, с рвов раненых видно все. Так, давайте я вот сюда подвинусь, чтобы было видно наш инвентарь. И я, естественно. А, понятно. Батл-рояльное лобби. Красиво. Оки откроются чер. Место эвакуации север. Где север? Чё найду? Да нет, вон уже скинованные челики есть, смотрите, которые куртки купили. Но они не очень умные, надо на трусы копить. Куртка нафиг не нужна. Трусы тема. Portal Lake. Воу-воу-воу! А, ники можно посмотреть. Смотрите, TTV. Invite to party. Стоп, это анимированная кофта или мне показалось? Карт на мобилке нормик. Мне, кстати, вот карт на мобилке совсем не нравится, на самом деле. Не знаю.
Мистер Лоло. Эпе. Не, показалось, наверное. Ну, собачка в баклажане. Ну, скины мне нравятся пока. Зачем смысл игры, как тебе первое впечатление? Ну, мы еще не сыграли нормальную катку, мы прошли... О, портал в небеса, погнали! Чтобы использовать темный телепорт, нужен перк «Тихие шаги». Клево, я в прошлый раз без перка туда запрыгнул. Это «Тихие шаги»? Выглядит как «Тихие шаги», да. О, о. Тропа. Боксбилл. Брукбейл, западная. У меня анимированная футболка была, там просто перс дышал мощно. Он такой, блин. Окей, отмель. Мы побежали куда-нибудь. Блин, мне... Я чё, я в реку? А, не совсем, болотца. Отмель необычная, активировать. Но мне бы шмоток вначале. Это ж батл рояль. О, пистолетик. Кольт на 7 патронов. Да забери ты их. Мамонт легендарный. Еще один кольт. А, я только один могу носить. Ну, блин. Ну, как бы... Верни мне мамонт. Стоп, а почему кольт ставили? Ничего не понял. Почему у меня телефон постоянно вибрирует? Хватит. Вон и к дробовику. Ну, а где как инвентарь посмотреть, что у меня вообще есть? Пойдем заканчивать. Да что он все вибрирует-то и вибрирует? Хватит! Be yourself! Это еще шмотки посмотрю, это что? Браконьер редкий. Вот лучше так. Яма. Яма-яма. Яма-яма. О, предмет, датчик движения. Мощные патроны. Бита, это хорошо. Че такое? Сколько топлива мне надо принести? Ну, все. Нет, не все. Где стоять? Где? О! Нате дубинкой, нате! Здесь нельзя за... Да? А, ну пинг еще не очень хороший. Какой пинг! Сто восемьдесят... Нет, это не у меня. Где мой пинг? 244 на Европе. Прошу. Мы с Челиком вместе работаем. Да, я не могу его убивать. О, богик. Было же все нормально до этого. Да зашел я в зону, зашел. Да. Челик, это из-за того, что ты тут ко мне пришел, у меня такие лаги. Спрятаться. О, это какая-то херь. Да не, по-моему, пока нормально выглядит. Зе, но... Лаги, конечно... Там, прятаться.
Да хватит мне звонить, ну я понял. Задатчик движения. Дроп, о, как дроп. Найдите ключ от ящика, чтобы открыть или использовать 700 тьмы. Понятно. Могу обратно его забрать? Ладно. Ну, побежали к следующему датчику. Да, или это превращение в... Мана, не знаю. А, это вообще локация, короче, темная с мобами. Ну и да, и превращение в мана. Я могу? Ну я нажал Е. Я хочу перейти во тьму. Ну пожалуйста. А вон, кстати, мое ХП. Нет, нужно 100% разложения. Ясно. Ясно. Я слишком слаб для этого дерьма. Кредиты. А, вот что за легендарку я тогда нашел. Это были кредиты. 1800! Юра. Ну это круто. Ну это, кстати, очень даже. Я скоро куплю свои крутые шортики. Можно отдалить ко... О! Какая-то... Там что-то желтая точка, вон там синяя. Пойдем на синюю точку. Вы бы что, не дошли до того, как набрать разложение? Ну, типа тьма нужна на фул. Там говорилось, что надо 100% тьмы набрать. Типа хорроры были? Ничего не было. Телефон можно в Google выйти, погоду узнать, например. Думаю, что нет. Блин, они уже чистят эту локу. Проблема. Убит слуга тьмы. Не понять еще сколько он... О-о-о-о! Тут уже экстрактор-то работает, надо же в нем стоять. Ребята, вы чё? Стойте в экстракторе. Всё. Шкала... О, шкала разложения, смотрите, пошла. 5%, 6%. Может это потому, что я типа топ? Нет. Элладжос. Я... Стоп. Я серьезно? Я с Эллой в пати? Да не, вряд ли. Нажми на Э. Это уже ученый. Я вижу, да. Я вижу. Пойду прятаться в лесу. И слушать этот долбанный телефон. Блин, ну раз у меня шкала копится, значит я могу туда бежать и... Скоро стану сам доктором. А, как тьму получаешь? За убийство мобов или за урон псевдо... Нет, за убийство мобов тьму получаешь и за использование вот этих вот экстракторов.
Ты набрал 200 и разложение начало копиться. Может быть, может быть. Ну, у ребят там вообще 800, 600. Ну, у них и пинг 140. Кстати, я как-то похилился. Блин, ты жесткий. Блин, они мне сейчас всю тьму собьют. Превратитесь на темном месте. Поехали. Включи звонком дверь, или к вам какая-то убили на обучение. Ты еще спрашиваешь, почему я тебе не подхожу. А! Крепота! У него нет телефона, да? Плюс 300 XP вас выбрали. Хорошо, погнали искать челиков. О, там челики есть. Не, ну где-то в этой локе. Кто-то ходит. Причем, походу, довольно жирный. Как я успел понять. Кнопки F. Ну-ка, радар. Ну, давай радар. Е, чтобы помянуть. Подожди, почему не F? Не знаю, как он работает. Нет, моя шкала разложения падает. Вот в этой локе тоже кто-то есть, судя по этому. Йоу, я скоро перестану быть доктором. Кстати, FPS упал вообще до 30. Ну, локация, конечно, такая, но... О, о, чувак! Слушайте, я ж прям Джейсон, лол. Ну, я тебя видел. Может, ты спрятался? В мусорку? Нет. Чё этот долбанный радар делает? Говно. Ха, забавно, возвращаешься в то же самое место, с которого он начинал. Ну поехали на синюю точку. Красиво. Не, ну типа шкала все еще снова копится, я не знаю. Ну что, я пойду еще, наверное, тьмы подзаработаю. Здесь кто-то стартовал? Наверное. The graveyard. Боже, чат, какие вы просто еще геймплея не увидели, уже это... Уже ноете, что ДБД интересней. Ой. Ну, увидели еще кучу лагов, это да, не без этого, но... Нужно на карту перед превращением смотреть, да, я тоже об этом подумал. Стоп, а я чё? Оно извлекается. Я получаю вообще здесь хоть что-то? Да, получаю по 6.
Я, пожалуй, все-таки схожу снова, превращусь. Попробую кого-то найти. Маньяк Череп! We have to be as one, 26 месяц. Спасибо за ресап. Когда ДБД? Капатиан Бака. Когда перестану играть в эту игру? Когда же еще? Ну да, на карте челики. Там, вот там могут быть игроки. Блин, смотрите, если там будут игроки, я там и превращусь. Supporter. Есть. А не факт, что я могу там превратиться. Ну ладно, я сейчас туда пойду. Попробуем челика убить. Что на острове гуляет? Он здесь. А! You failed the darkness, returning to survivor in one second. Ну я только превратился, что значит я сфейлил? На самом деле я знаю, что это значит, потому что топ-3 игрока по количеству тьмы становятся хантерами, если захотят. Вот что это значит. Время закончилось в игре. Все, что я набрал, это 365. Ну, типа, они вот сейчас должны охотиться за теми, у кого там по 700-600. А я, мне бы просто сбежать сейчас. Короче, надо идти на экстракторы, когда ты... Тихо, я... Тиковый. Чё, серьезно, меня нашел? No way. Я квадетка. Квадетка. Бежим. Квадетка. Кто в топе? Хельский и Элла. Квадетка в траве. Ну, нормальная квадетка получилась. Нет, бегу. Да хватит мне... Руины здания. Спрятаться-то не найдут, тут не найти почти. Но если долго сидеть, то время выйдет. Ну да. Сколько стамины? Да я на стамине добегу уже. Стрелы 1385, это тот Элла. Ну, там что-то, да. Да, это он. Забавно, что мы в первую катку попались. Они откроются! А, поки откроются. Стоп, они откроются через 2 минуты. Нет, нет, все, они открыты, нормально. Yes, мы выжили! Ну, уже неплохо. 365 маловато, конечно, но... Да, челиков найти вначале не получилось. HG. Ну, зато 1900 кредитов плюс и очки тьмы 365. А что мне сделать с очками тьмы теперь? Выживший прокачался до 2-го левела. Ага, за очки тьмы покупаются перки. Спортивная подготовка. 3 уровня перков. Запас сил возрастает на 25%. Ничего себе. С первого же уровня перка. Неплохо. Ну и ждем в магазине вот эти вот панцу. Окей. Блин, ну конечно на Европе чё-то очень плохой пинг был. Очень плохой. В Азии пробовать не... Ну давайте еще раз на Европе попробуем поиграть. В другой регион? Нет, я и до этого играл на Европе. Другой режим? Да не, го этот режим пока отыгрывать. Ты же честно играл. Ну, да, расскажешь, что почем. Я выжил, ни разу не встретившись с маньяком. Это уже неплохо, по-моему.
Для самой, блин, первой катки, в которой вообще ничего не понятно было и все лагало. Но в целом... Вас убил тианками. Ну, ладно, 250 опыта. Ну, неплохо в целом. Халява. Халява. Глава в обучении. А я его тоже... А я его так и не прошел, Аки. Я зашел в какой-то портал, и меня этот портал небеса выкинул. Так что я тоже не все знаю. Расскажи, что там после того, как ты становишься маньяком? Захвативший округ Бэйл, Дмитрий Бэйл, кажется, что-то нам не рассказывает. Да, сделал свой. Заходишь обратно, и тебя обратно на ту же точку сохранения. Там 3 минуты до проходить, зайди и пройди. А, да, серьезно? Ну ладно. Я подумаю над этим после этой катки. А, ну. Надо мной еще кто-то падает. Не, ну это халява, круто, блин, опыт. Опыт. Так, хорошо, обучение. Если оно продолжается, гуглянем. Да, и правда, смотрите, вот у меня шкала сейчас накопится. Давай, давай. Я же... То есть это еще альфа-тест. Это ранний доступ. Все очень любят делать игры в раннем доступе, понимаешь? Так, все, порталы больше не заходим. Фига, Двайт, ты офигел? Слушайте, это даже не Двайт, это... Ну я опять попал в этот портал дурацкий. Ну что это? Нажмите Q, чтобы очиститься. Я очистился. Побег. Сирены говорят о наступлении финальной части игры. С момента их включения игроки с наибольшим числом очков тьмы охраняют места побега. Прям какой-то хитман был, а не Двайт даже. Ладно. До свидания. 500 опыта Quick Study. Спидранер. Но это про меня. Не то, чем стоило бы гордиться, на самом деле. Ладно. Так, и где мой спидранер? Ай, глава... О! Это лицо плоское вообще. Это очень ехидное. Что у них у всех лица плоские какие-то. Давайте вот за это вот играть. А, нижняя слева? Вообще, а. Так а и где моя футбол? Мне же футболку дали какую-то, типа, там было написано. Successful complete the tutorial in 6:45. На самом деле я дольше в него играл. Так, окей, ладно, играть. Побег. Еще раз Европа попробуем. Чё, Аки, я думаю, можно на самом деле будет и в пати побегать. Буквально катку я еще сыграю. Если сыграю, потому что я умираю от падений.
Смысл вообще в лицах и скинах, если мы от первого играем. Как смысл? Чтобы показать всем, какой ты красивый. Так во всех играх, ты разве не знал? Ну, блин, ну что это? Почему это происходит уже который раз? Давайте и в Америку попробую. Боже, какой... Больше на Хант похоже. Да, я же говорил, что это будет на Хант похоже. Зачем Эрон покупать хорошие вещи, если видишь себя только в зеркале? Играешь от первого лица, жиза. О! Оно работает! А пинг какой? 164. Ну, нормально. О, мы с Аки в одном лобби. Капа. Заснайперила меня. Заснайперила. Следит за мной сталкер. Там вот желтенький экстрактор, видимо, более редкий. Побегу к нему сразу. По крайней мере, мне так кажется, что это так работает. А нет, вот, смотрите-ка, здесь... А, или это он и есть у меня. Это он и подсвечивается. Я кредиты топ собирать. Особенно легендарные. Легендарный мамонт, хорошо. Коньер, пофиг. Всего три выстрела, ну, не такой... Да хватит мне звонить. Такой уж легендарный получается. Это он, нет? Да, это он. Но это не обычный, типа. Ну, я так понимаю, это типа драйфа очень мощная, которая, наверное, даже анта убьет, но... Ой, ёпт. Как туда попасть? Хотел бы. Ладно. Молекулятор. Вентилятор. Вентилятор, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор. Молекулятор. Так понял, это миниган, да? 12 патронов. Лучше бы я оставил райфл, который хотя бы шотать врагов будет. Вот чё это такое? Это похоже на гранату. Невидимость. Ладно. Труба, хоть что-то из милишки. Блин, ну окей. B3R. Ниоткуда делась канистра. Ну, у кого-то уже 240. Я не знаю, кого он там мочит. А, все, запустилось. Хорошо. А можно его не дефать? Что произойдет, если его не дефать? Мне очень нравится этот пинг. Очень-очень. Открыт XP-буст, новый уровень. Хорошо.
Катюха в кооп не хочешь? Хочу чуть попозже. Сейчас я разберусь, типа, с игрой. Так, ну хп само регенится, окей. Пофиг на миле? Нет, им точно не пофиг на миле, просто лагает. Почему он стал обычным? У Олега стало обычным. Привет, как тебе мамка от МСАЙ? Да нормально вроде, сверчок. Вот выстрелы лагают, конечно, поменьше, чем милишка. Легкие патроны, найс. Ну блин, а вот как забрать патроны из пушек? Пушек дофига, патронов вообще нигде почти не валяется. А, и обратно его забрать нельзя. Ну что это такое? Что это за батл рояль? Короче, дробаши здесь самый топ, походу. Ну ладно, чё. А у меня в округе больше ничего нету. Ни одного экстрактора нормального. Игра стоит не очень дорого, всего 300, где-то 20 рублей, по-моему. Ты что, можешь спокойно брать, если не боитесь лагов пока что. А, в игре есть фонарик? Ключ от ящика. Май. То есть найти ящик? Хорошо, раз я его видел. Здорово, чувак. Ящик. Буйвол легендарный. Двустволочка. Осталось патрики искать для дробовика. Для экстракторов нету. Не, я так всю свою тьму просру. Другие игроки не враждебны? Нет, до тех пор, пока они не становятся маньяком, они не враждебны. Чтобы читать свой телефон, нужен FOV на 105 и нажать Т. Можно... Ой, ёпта. Spook time. There are no way to lose the killer if you're in... Это челики пишут? What? О боже, что это? А можно отключить его вибрацию? Кто это придумал? Не, ну вот это совсем дансгейм какой-то. Ладно, пойдем экстрактор еще искать. Инстрактор. Рецепт, вентилятор. Там вот есть. Stop writing! Как ливнуть-то? Было телефон вибрация в первой менюшке. Home vibrate SFX safe settings. Отлично. Ну, кстати, не, забавная тема, пока бежишь и ничего не делаешь, посмотреть этот телефон, но... Не знаю. Опа, редкие топи. Может, это Аки? Нет, это The Muffin.
Стоп, здесь ман, лол. Броу. Да выруби ты свой телефон! Ладно, он ушел. Здесь мусорки и чатится, да-да-да-да. О, бита, в прошлый раз она лучше попадала, чем труба. По челикам. Экстрактор извлекается. Есть, они, она попадает. Ура! Она может. Два ученых есть. Слушай, да выключил я телефон. Че, фиолетовый дробаш не взял, потому что у меня легендарный дробаш. Так они забавно падают. По 12, ничего себе. С редкого идет. Чувак, ты не собираешь сейчас. Оп, шкала разложения начала копиться. Жгарион от ренджа зависит. А у мелкого оружия из-за пинга в том числе хит не проходит. Может быть. Да, может быть. Давай тупать, я знал бы как. О, здесь рядом еще экстрактор есть. А мана тут можно пригреть? Ну, по идее, не просто ж так оружие, не только ради, не только против мобов. Радиовышка. Еще не показывали нового мана. В ДБД нет, конечно. Блин, здесь бы патрошек, что-нибудь. Да ну, я отключил тебя! А, блин, много раз же надо. Интересно, а как с геймпадов это делают? Или не интересно, просто рофл. Здесь есть шмотки какие-нибудь? Течка, что ли? Не, патроны для дробовика, ура! Все, супер. С моей легой я могу отбиваться от мана, наверное. Но это не точно. Я тут подумал. Еще что-то может быть. Пушка лежит, еще легендарный буйвол лежит просто на столе, клево. Вау. А я его в коробке находил. Из вебки, кстати, мы не видим твои сообщения. Ну вы поняли, чем было, не? Видишь, кто-то увидел. Стоп, а ты уже работаешь, да? Ладно. После этого сразу побегу на этот... Становиться маном попробую. О, вон в ту точку, потому что вокруг очень много экстракторов. Он не умеет открывать телефон. Да я даже не сомневаюсь. Нет. Соси Бибу пишет. Блин, там челик. Черт.
И он чуть раньше меня туда пришел. Убегает куда-то. В ту сторону. Ну, поехали. Чем больше пятно, тем больше у чела этого, да? Ага. Я кого-то нашел, что он закричал-то. Ага. Ну и как? Искать, искать на ЛКМ. Хорошо. Нате! Нате, Туфус убита! И чё, ну вот забирай всю тьму-то. Забираю вроде. Я всё разобрал. Хорошо, хорошо. А дальше что? Ещё кто-то рядом есть. Почему F врубился? You have been chosen! Ну, я понял. Ой, в самый ненужный момент просто. В самый ненужный момент меня игра портанула. Но я типа на первом месте, да. Ладно. Я почти убил одного игрока, и игра меня портанула. Боже, если бы я не убил этого челика, я бы ничего не получил. Забавно. А карту нельзя вообще открыть. Стоп, мне же надо к какому-нибудь выходу идти. Правильно? Да. Здесь прям кто-то рядом, что ли? Да, здесь прям кто-то рядом, но надо... Ему капец сколько бежать. Вот там самое большое пятно. Что, ну здесь тоже, ну, оно, наверное, не маленькое, просто потому что он уже сюда идет. А, здесь тоже сбежать можно. Тьфу, меня на один из выходов портануло, я тупой. Не-е-е. Я вообще думал, что их два, а не три. О, тут уже... Здорово. Да, он его уже убил, видимо. Стример, ДП, не огорчайся, это да. Каждый свой ход защищает? Да, а чё тогда этот здесь забыл? Слышал, по-моему, что это кто-то бегает, нет? Может, показалось, что это я так бегаю? Сканер, да непонятно, что он делает, этот сканер, знаешь? Ни хрена не подсвечивает. Кажется, он вообще не идет. Мне кажется, он где-то сидит просто, да? Давайте по ренджу посмотрим. О,
Очень большой. Как будто он реально на картах сидит. Немного зоны передвигается, нет? Можно сказать. Удар на землю не ставится? Я не знаю. Ну, я пытаюсь нажать ОКМ. Не, ну тут написано Right Mouse Button. И вот у него кулдаун пошел. И все. Ну да, да, ты уже дошел, типа, я не знаю как. А ведь ему всего лишь надо было спрятаться. Нет, сейчас на пинге просто. Конечно, я потерял 200 тьмы от челика, потому что время закончилось. Чего? Я ни хрена не понял. Я F не нажимал. А, наверное, он меня пробил. Да, наверное, он меня пробил, из-за этого я ушел в инвиз. Нормас, нормас. О, пинга в этой игре, конечно, жуть просто. Просто жуть. Вороной стал. Мне это расскажи, с вороной вообще нихера не понятно. Ошибка подбора матча. Наши инженеры знают о проблеме. Ладно. Ой, арену надо было кинуть. Она не настолько маленькая, Ресин, понимаешь? Она большая, он бы все равно смог сбежать. Спектакль, летаешь за ворону, каркаешь и срёшь. Понятно. Так, хорошо, давайте попробуем остаться в живых и на Европе сыграть. Из-за того, что с пингом проблема, игра может слиться быстро. Вообще просто. И это, кстати, выделенные серваки. Я так понимаю, ну да. Раз есть выбор, это выделенные серваки. Лево, да? Мясо, что ли? По-моему, в этот режим никто не играет. А нет. Что? Ладно. Я не знаю, что это было. Попытаемся еще один раз. Зона как в Battle Royale? Может быть. Окей. Почему я присоединяюсь в уже идущие катки? Или нет?
Тех по 300 вроде. Сайентистом сейчас играет панда. И это панда? Панда? Это, по-моему, кстати, тот режим, который был... изначально в игре, я что-то такое слышу. А потом вроде побег сделали. Либо наоборот. Че я там? О, здорово. Здорово, хипстер. Да нафига мне этот датчик движения? Как? Не нужно. Теперь беги на луч. Но у меня ничего нету пока. Новуха. Вот это звучит полезно. Здесь есть пушки? Я, по-моему, видел кого-то. Мне кажется, до луча... Да, его уже кто-то взял. Да, тут, наверное, нет оружия. Угу. Сколько по времени уже играешь? Полтора часа примерно. Да боже, все это они активируют уже. Это, короче, ДБД и генератор, да? Все, один раз надо было нажать. Ладно. Блин, а дым ничего такой. Зря я его потратил. Да не, он у чувака что-то е... А, не, это, видимо, датчик движения. Да? Базим. Ну чё, как игра? Ну, я бы сказал... Меня пока вообще радует. Единственная проблема — это... Ёпта, чё вы здесь делаете в своих белых майках? Для меня единственная проблема пока это пинг. Все занято, фига. Dark Insided, АОС 17, опыт. Е, чтобы помянуть Монта. Так, куда-то туда, да? Не, ну я на этот луч точно не успею, поэтому... Короче, каждый раз, как кто-то один умирает, нам добавляют еще плюс 100 опыта. Попробуешь Blackout Club? 3 дня подряд играли, ребят. Вы чем смотрели стрим вообще? Или Twitch? Чем-то смотрели? Ай. Нюп! Ладно, ладно, это была жадность определенно. 600 тьмы, что-то вообще на халяву получил, ничего не делал, просто бегал и получил 600 тьмы. Халявный режим. Но побег интересней. Пойдем попробуем найти нормальные европейские сервера. А потом, я думаю, надо бы в пати играть.
за Аляшу играешь? Что, Аляша не такая красивая, как эта Тян? Ты только посмотри на это плоское безэмоциональное лицо. Что-то очень долго ищет. Я тут случайно увидел, какие у них проблемы в игре на данный момент известны. А известные проблемы это горячая клавиша для подглядывания в меню отображается как, ну, типа, пустая клавиша. Ну или нет названия. Но функционально все еще работает. Поняли, ребят? Вот это проблемы. Как-то форм валюты, последний выживший, это проект Шон. Ну, вообще, в последнем выжившем прям больше фарма валюты, по-моему. Я там на халяву просто получил. Снова спрашиваешь, не хочешь шортики... Мужики, у тебя будут тягачи, чел. Скинь, не хочу. И чё? Ну, спасибо. О, в этот раз сразу нашел. Игра страшная, заставляет обосраться? Нет. Ты давно видел competitive asymmetric horror, который заставляет обосраться? Ты что, в пятницу переиграл? Телефон работает, работает. Зачем? Зачем видеть? Ну давай, грузись, давай. Ну пожалуйста. О, я так понимаю, я падаю, да? Да, я падаю, сейчас умру. Не знаю, как это происходит. Так, почему я все еще не написал, что это ДБД Battle Royale? По сути, так оно и есть. Набрал очки, стал убийцей, пошел убивать. Пенсии ДБД поначалу заставляли обосраться, хотя бы тогда этот жанр только зарождался. Ах, наверное. Что ты играешь на Европе? Да камон. Да блин, что на Европе, что на Америке на самом деле одинаковый пинг был. В следующий раз вообще на Азии попробую. Вдруг азиатские серваки это где-нибудь в России они считают. Конечно же нет, но... Да боже, ну почему? Как ты? Что? Где полоска с опытом, кстати?
Перки смогу купить больше опыта на 5% больше опыта за каждое действие. На третьем еще и кредитов больше. Черт, клевый перк, но нет. Так, я хотел Азию попробовать, погнали. Остаться в живых более оптимизирован, но побег интересней, как по мне. Типа, батл рояль же, пушки, пушки. Последний герой. Так, что, все, да? Азия работает? Да? Пинг 148, нормально все. Вон японочка какая-то. Инна-тян. Домик обычный, ну ладно. Точно так обычный. А я вам что говорил? Говорил же, Азия лучше будет. У-у-у-у. 900. Я не знаю, как они сделали так, что... Ей-ей. Что как бы разница между... Вау, еще и легендарные кредиты. Между эпик и common кредитами это 90 и 1000. То? На самом деле, конечно, комонку лутать, ну вообще такое. Хватит? Да ладно, три надо. Пинг на Азии, ну ща. 148. Вроде как меньше, чем на остальных серваках. Блин. Как будто в эту игру на нумпаде надо играть. Я, правда, не очень люблю нумпад. А можно мне все-таки выключить звуки телефона? А уже? Уже можно собирать. Ну, по двоечке, конечно, да, такое. И по 8 теряем. Может, 2 челика, значит, уже, наверное, экстракшн идет. Чем нужно собирать тьму? Ну, как только у тебя есть хотя бы 200 тьмы, ты можешь стать маньяком. Черт, она уже извлекается. Рандом много за одинаковые точки сбора, слишком сильный разброс 2-6. Не хочет.
разброс, да. Разброс какой-то странный. Всего. Ладно, короче, а чё? Фига. 600. Беги ты уже. Азия больше Европы? Да нет, тут везде пинг хреновый. Телефона. Ладно. Все испугались? Я нет. Яда. Не страшно, просто я этот голос тоже ничего не помню. Когда я найду еще более мощное оружие? Милишное. Блин, и тоже обычная. Хочу все нашел. Триков. Может. О, топор. Вот и мощное оружие. Топорик. Очень тихую смерть возьмем. Я вообще думал, что это будет. Рабаш, вон. Да, мне опять команка досталась. Может, нафиг ее? Я ее типа активировал, а теперь можно бежать дальше. Экспу получил. Да возьмись ты. Макс патронов. Ну, найдайте мне дробаш, пожалуйста, игра. Вот моя граната гораздо круче, чем бесполезный датчик движения. Как понять, сколько игра уже длится, типа... Площадка Эммы. Легендарный! Ладно. Блин, мне бы все-таки дробаш найти. Извлекается. В эту сторону, да, будет извлекаться на... По сколько? По 24! Вау! И что-то не сильно больше мобов от этого стало, что странно. Вроде лего. Я что на паде тут просто стиком убираешь рычаги и на нажимаешь, скорее всего. Странная пуха. Это что делает? Жнец. Ну и жнец возьмем. У меня мощных патриков много. В принципе, тут тратить некуда. Там какой-то челик. Хочет стать... маном, наверное.
Легендарные велосипеды. Кажется, не он один. Эй, I'm friendly. Он ее убил. Чувак, да-да-да. Че при... А зачем здесь снайперский прицел, если он... Не прицеливает. Ну ладно. А, он забрал эту точку. Я не могу ее юзать, я понял. Я понял, хорошо. Интересно. Первый там в этапке. Хорошо, тоже жнец, хорошо. Ну блин, ну ладно, пойду на точку, наверное, пока. Пока никого в округе вроде не вижу. Хотя... Надо уже за мана играть. Я, конечно, и так на четвертом месте, но... Может, колесико зажать я пытался. А превратитесь на темном месте. Ну-го, превратимся. Деньги? Я деньги пропустил, блин. Ну, видимо, зеленые были, я и не Ну, уровень второй, он на мане, норм. Ставлю, что он где-то по кустам шкерится. Что делает это говно? Или нет? О, нет, он походу на точку вообще бежал. От меня отдаляется. Какая же странная обилка у этого Джейсона. Ёпт. Ну я хз, ну сюда, наверное, бежал, нет? Да. Моё! Всё моё! Ой! 1600, найс. А почему я сурф? Я же топ-1. Мне надо было Е успеть нажать или что? Говно какое. Я потому что помню в прошлый раз... Я что-то еще нажал под конец и... Не успел... Да вообще-то я сейчас топ-1. Лукас, о чем ты? Thank you.
Видишь, у нас почему-то всего лишь два ученых. Знать бы, какие входы они охраняют. Короче, ман с двух ударов убивает, я это заметил. Несколько раз. Аки, чё, может вместе следующую катку побегаем? Это чё? О, молекулятор. Это лучше, чем дымовуха. Тебя выкинуло из мана конкретно в момент определения тройки. Может быть, скорее всего, так и есть. Может, убил третьего? А может, все остальные мертвы? Не? Не, 10 человек еще живых. Убил того чувака, которого выбрала тьма. Ну, может быть. Слушайте, я могу еще по вот здесь активировать и пособирать, пока опыт получить. У меня, конечно, 2 минуты, но... Ой-ой-ой. А чё так долго-то? Ладно. F. Тьма 1300, то есть он с меня 600 забрал? Ничего. У меня было 1700, стало 1300. Ладно. Жадность, да при чем здесь жадность? Я бы побежал, я бы все равно на него наткнулся, он бежал в мою сторону. Пойдем тебе аура подсветки с карты России. О, GG. Так, я почти накопил кредиты, чат. Я почти накопил на топовые шортики. Так, пойдем в Дискорд, наверное, тогда. А шо вы жадность, жадность? Не жадность, ничего, нормально все. А, надо перк вкачать на скорость. Запас сил. Вы движетесь в воде с полной скоростью. Скорость ходьбы и рывка возрастает. Вау. А я не могу? Почему? А, нет, я все потерял, походу. Че? Серьезно? Я вообще ничего не заработал. Тут жестко. Ну ладно. Раз, два. Раз, два, привет. Мяу. Меня слышно, да, нормально? Окей. Okay. Непонятно, щелкнул, но... Мы будем... Ваш в какой режим? А акулу не хочешь позвать? Можно, можно. Сейчас посмотрим, а что она там. Вкладки, не вкладки. Да напиши. Где просто, тут? Ливай, пойдем. Да, на вкладки. Один-один. Она только начала, сейчас. Так, тьма не копится, что делать-то? А чё, как выживать-то? Я написала кратко, ливай, го. Всё. А сколько человек в пати могут мяки завязать? Хуй нет. О, бейсбольная бита. Кстати, я бегу. Ты только начала го в пати? Ну, смотри, Русь, ой, Серёжа. Она с паралисом, походу. Его можно четвером? О-о-о! Пипиралис. Дай я к ним забегу сейчас пока. Ну я там пишу пока, если апдейт будет по игре, нет, пока не будет. А ты пока ей пишешь, ты в чат ей пишешь или что? Ну да. Окей. Ты был инвиз достаточно близко к выходу, так ты сел в доме вдалеке от выхода. Ну, может быть, Куль. Йоу-йоу. 26-й. Пипега.
We have to be as one. Спасибо. Пичка. Жиз. Спасибо. О, за она вода. Так, ну го, инвайте. Инвайте ее. Угу, она меня инвайте. Давай выйду. Ну, давай пойдем к ней. И на минуту, бро, вот придется твой смотреть уже, файн. Окей. Здрасте. Вон трорушник. Привет. Какой-то задрот к нам залетел. Да, и при этом очков тьмы у меня вообще нифига почти нет. Я еще даже перк ни один не вкачал. Зато на шортики коплю кредит. Тут что, большая игра, голова куповая на 20% больше. Не самый полезный пол. Может, чекнуть другие открытые перки с прокачкой? Я почти прослезилась. Да, там такая песенка. Спасибо. Такой сонг. Перки можно посмотреть только когда ты нужный левел, по-моему, возьмешь. Как неплохо. Есть перк, чтобы радар работал, блин, сомневаюсь. Два чата открывать. Тьфу. Начинай стримить и открывай три чата. Или только свой кап. Нет, я вижу только себя. Я гружусь, типа, в лобби. Подсвечивается. Я вот стою. Хорош, хорош. Вот рука. Нон какой-то. Это либо тян, либо наш. Вон тут еще наш. Мы подсвечиваем. У меня черный экран, надеюсь, что я не буду падать. Я куда-то выкинул. Ян, ты уже пробовал другой режим, упал, который... Тебя больше нету с нами. Да, меня выкинул. Хорош. Я пробовал другой режим, он вообще халявный для фарма тьмы, как мне показалось. В смысле, ты появляешься и умираешь, все? Нет, у меня так. Да вы меняете регион. Не знаю, так я... Такое во всех режимах, может быть. Режим все же лучше, но мне нравится больше побег. Я думаю, что... А Тиана нельзя прям сюда позвать, нет? Никак. Я откуда знаю? У меня все еще вообще нет. Прогружается. Надо перезайти. Чё-то загрузилось. Я падаю вниз, сейчас умру. Ну тебя нету в нашем списке. Ну вот я... В списке нет, да. Я упал вниз и умер. Выходим? Да, выходим. Монта все перки думаю, уже обсосал на этой трубе, боже, ужас какой. Довольно жирный. Если он будет, конечно. Ну, будем надеяться. Блин, вот надо... Айем хер. Апати не сохраняется, да? Как в БДБ. Да, это как в ДБД добавят через 3 года. Окей. Как в Хантере. Могу сбить в Ханте. В Ханте то же самое. Сыграл катку заново все. Постарайтесь не умереть. Блин, графон может поменьше еще сделать. Может, это графон лагает? Нет, вряд ли. Так, я в лобби стою. Вы улетели? Загрузка. Тоже гружусь. Я в главном меню. Главное. Я под текстурками или что это? Я тренеру говорил, что если у меня игра нормальная выйдет, то я, скорее всего, завтра не приеду, но... Я играла потрясающий геймплей, 4,5 минуты, управление сраное, камера сраная. То я не приеду, но решил сказать, что... Ты не можешь лететь в ту сторону, в которую ты хочешь, нихера не понятно. Я все-таки приеду. Но можно срать и каркать. 10 из 10. Ну да. Просто лучшее. Но завтра будет тренировка все-таки, да. Чего, там еще грузитесь, нет, да, нет? Чего, я в меню уже сейчас позову. Окей. Я тут чатику рассказываю то, что я думал, если игра будет норм, то я, это, может, завтра на тренировку не поеду, буду там с утра сидеть, залипать, но, как вы можете догадаться, я поеду на тренировку. Лучше поиграть в Blackout, мне кажется. И еще я другу говорил, что, типа, ко мне на... Но на выходных, может быть, не варик будет, потому что я буду сидеть играть, но он тоже приедет. Слушай, ну я 750 Вадим? Опыта уже получил, просто падая. Да, Вадим приедет. Где ты опыт видишь?
Ну там написано, там... что 250 я получил, потому что падает. А, окей, там да. Там 200. А, Паралиск, что у тебя за аватарка? Давай не Европу, давай Америку. Европа постоянно куда-то падение. Давай, в чё... может быть, Азию, а не Америку. А на Америке, по-моему, ты говоришь, что на Азии лучше. Чёрная никуда. Давай на Азию постоянно. На Азии тоже норм, блядь. А мы без Серёги начинаем. Нормально. Да. Я только зашел в пать. Здрасте. Эй. Тебя кинуло? Подключение какое-то, да. Да, вроде грузится. Да, вроде. Раньше, Вась, ты умер? Это что, игровая механика? Да, это игровая механика. Постарайтесь не умереть от падения. Блин. Так, я загрузился куда-то. Да, я тоже по карте бегаю. Я вроде... Не. Я падаю в темноту, скорее еще всего. Нет? Сейчас, подожди. О, я на троих вижу. О, не, все, есть, готово. Хорош, Серега. Так вы подсвечиваете. А как вот, что... И мы есть реально со всеми этими... Инвайт ту пати, это как? Да, мы тупо с никами. А, стоп, у меня пинг 20, что? Это вы, нет? А, да, вот. Это у меня 76, это Азия, да? У меня, да, у меня написано 60. Акула 44. Мы играем на Азии. Хорошо. Мы... Я не знаю, что они сделали, но вот почему-то Азия... Не знаю. У меня 248. Кать, не бей меня, уйди. А ты у нас где, кстати? Обитаешь ты? Катя, уйди. Ну ты ей я нравишься, в Краснодаре. А, ну так это самое, что ты. У тебя море сигнал интернета отбивает. Да, иди, Кать. Мне так нравится эта тема, типа, invite to party, но, типа, а как? На кнопку не пишет. Вы научились выключать телефон, чтобы он не вибрировал? Нет. Я тоже. Это, скорее всего, тоже не работает. Они, скорее всего, тоже об этом не знали. Надо будет проблемать не только вот то, что написано в меню, типа. Воу! Что? Мы все вместе стартанули, нормально. Уехали. Я, короче, бегу на кладбище. Зачем? Я бегу вот сюда сейчас сразу здесь делать штуки, потому что здесь все есть. У меня канистра. Ну да, канистры погнали. Я вот несу. Давай, лодки вы здесь забрали уже, нет? Давай, руками. Надеюсь, я с вами. Я пошла активировать. А, кстати, только представьте, как горят азиаты. По горлышко. У них не пинг стандартный, как им привились на 20, там типа 40, 180. Вы, чуваки, свои срашки. Эй, тут уже надо лутать, видимо. Тут уже тьма идет, да. Встаем. Как мы кулаками еще будем убивать этих? А, она ултает, да, пошли. А, да, и правда. Вот ты видишь, я так в эфире походила. Вот там не очень. Понятно. Отлично просто, лучшая тусовка. А что так мало дают этого? Потому что, то, что это команка была. Пойдем на юг. На юге есть еще что-то. На юг? Я за кем-то бегу. Понял, принял. Так. Ну вот на юг, если на карту посмотреть, там... Да, я бегу туда же. Так, мы потеряли бойца. Кто куда бежал? Не, я бегу, я просто с другой стороны чутка. А чё, стамины нету, да? Вот там, где такая сферка с вертолетиком, вертолетная площадка, вот туда бегите. Да, короче, где, куда все бегут. Это с фуникулерами площадка для меня прям. Фуникулеры просто 5 FPS едут. Кто такой бояка? Кто такой халофый? Можно помянуть. Он прям F делает. F я. Да вы, блин, оба. Господи, бояки. Страшные. Ей, я пушку нашел. Так я не понимаю, как здесь работает. Походу станина, бенз она будет. Как будто бесконечная. Она есть вроде бы, но типа... Она очень быстро восстанавливается. У меня есть ключ от сундука. О, активашки.
Так, дробаш я беру себе. Ой, я нашел биту. Отлично, все, красиво. Дробь, это круто. Нашел крит. Блин, если что-нибудь, какой-нибудь милишка, если будет, то дайте, пожалуйста. Я не хочу ключами отбиваться. О, револьвер. У меня в доме есть свинцовая труба. Здорово. Свинцовая труба есть здесь. Сейчас подойду. Где фуникулерная это? Блин, труба это тема, да. Лок. Я вообще лут не могу найти. Блин. Пинг, ну 120, не знаю. Какой-то так, не 120 на самом деле. Еще один фьюзбот и все, можно это самое типа. Первый. Я что-то запустил. Все, пошли собирать. Не успел. Вот я нашел еще один. А где зона экстракции, блядь? Она еще, подожди. Она сейчас извлечет вначале, потом будет экстракция. Блин, фуникулеры вили и катаются. Да, да, да. Закрытые, что ты ссышь. Я потом хочу на них прокатиться. Мы будем друг друга убивать? Ну, я не знаю, на самом деле, как это будет работать. Чё, блин? Труба не работает, забей. А, у тебя бита, блин, странно. Обито. Обычно типа труба не работает, да. Так, все, я на фуникулёр. Это должна работать, честно говоря. Вот я вот здесь рискнулась, короче, бароной и... Пока не могла понять, не успела. Можно? Да. Поехали. Пока. Серёг, стой. Простите. Ну я поехал. Только зачем? Блин, там еще двери закрываются. Время же тратится. Я поехал тоже, пока. Серег, догоняю. Ты у меня на месте стоишь, как будто. Опять сайкл шпилишь. Я не с вами была изначально. Меня не кинула. В смысле, мы платим. Тут высоко. Помогите. Разные стороны резко. Блин, а как понять, где ты тогда? Он еще приседает. Она вообще с нами. Ачивку дали! Нидл лифт, да. А, да, она с нами. Господи, как здесь ловучек оставится? Ой, я сейчас замкаю. О, окно можно разбить, кстати. А, нет. Ну, я поломал свое стекло. Да? У меня не впадает по нему. Да, и ты ломал, только что звук был. Слушайте, здесь можно маном стать. Я думаю, может стать и поубивать здесь челиков. Они, их тут прям полно. Убивай. Блин, они тоже бегут. Давай. Они тоже бегут. Давай. Я буду орать. Их прям полно. Если вдруг я вас случайно буду убивать, кричите. А если не ты нас будешь убивать, а он не остановится? Я буду кричать. О, за мной бежит. Тут со мной рядом китаец какой-то. Так, 97, 98. Есть! Как их ну? Здесь лучше ачивка в жизни. Здесь нужно насрать на сурва, когда ты играешь за ворону. Да, маньяк бежит. Лол. Ты маньяк? Я маньяк, да. Но я не вижу никого. Ну мы, короче, будем стоять вот здесь вот внутри. Короче, помнишь, Серег, где мы приземлились? Ага. Где, откуда мы вышли? Вот из кабинки? Двое челиков, два китайца. Все, они бегу. Вниз побежали. Прям вниз. Вниз. You can hide, but you can't run. Вот внутри стоят двое. Вот они, это ты, они... да, Паралис? Не, я тебя, я тебя знаю. Они вниз пошли, вниз, вон туда, вниз. Нет, чуть-чуть. Внутрь или что? Они вышли. Вижу, все, нашел одного. Здесь пушка, чел. Нашел челика, нашел. Одного нашел, подождите. Я не буду показывать то, что... Я не буду показывать, нет, я бегу за Серегой просто. Блин, здесь, короче, дым жесткий, я его сейчас потеряю. А, все, ну я вижу, где он. Сейчас пожи мне тут. Он просто по дыму бегает, его ни хрена не видно. А, это ты, лол. А, пушка, я понял. Убивай его с пушкой. Пошел. Готово, одна убита. Есть
Здесь еще? Сидит, вон там слева, за, слева сидит, да-да-да, за бочкой. Это Аки? Вон за, а, за, вижу. Нет, не обратилась. Да. А что, пушку я могу подобрать с него? Не знаю, это я тебя бью, нет? Нет. Стоп, это вообще на акулу похоже. Так, там меня и близко нету. А, ладно. Давай, давай, беги за ним, Серёга. Он успел! Он приседал! Нет, все, сорян. Забирайте там с него лут. Вместе с ним там. Ребят, забирайте с него этот тьму, она там, скорее всего, где-то упала. Да-да-да, я сейчас поеду. Я на следующем. Аки, гон на следующем. Ну, поехали. А я все, вы за мной не езжайте, я вышел, я вышел. Я телепортировался. Пойдем, здесь куча. Да, хрен с тобой, да, надо. Кстати, о, здесь редкие, здесь рядом редкие. Здесь еще люди. Да забей на людей, здесь редкие. Да, это наша Катя здесь, Катя, здорово. Смотри, активирую. Давай, убивай нас. Погнали, это же еще тьма, опыт. Экстрактор синенький. Пойдем активируем. Боже, просто какой хайлайт. Да-да-да, я же вот рядом с тобой подсвечиваю. Фуникулёр. Чуть не главное вас не убить. Топ тема. Ты ман? Да. А, ну... Я тебя даже, даже не слышу. Бить китайцев. По ним не попадаешь. Да, по ним не попадаю, они просто лагают ужасно. Ну я нормально, как только подходил, я типа попадал вроде. Здесь всегда лагает, независимо от того, Китай, не Китай. А, я кого-то, мне кажется... Экстрактор работать начинает, подходить. Это когда ты уже собрал все и возвращаешься обратно, да, как я понимаю? Ой. Привет, пацаны. Аки, быстрее сюда, на этот экстрактор. Бегу. Он опять работает? Да. Уже работает, да. Это я. А, я Серега. Не, а, это ты. Я думал, это Аки. Понял, все. Блин, патрики для рыбаша нужны. У нас какой-то йоинг обгоняет. О, голову ваншотает, понял. Да, в голову почти любая, по-моему, пушка ваншотит. Так, куда дальше? Здесь рядом можно снова стать маном. Надо ли она нам? Два раза в голову не слева есть на севере что-то желтенькое, может, давай. Надо в начале челиков, да. Да, давайте на. Да, давай на север, давай на желтую. Если там будут челики, то справа можно будет маном стать. Нет, он меня не бьет. Из таких лагов не хочется поиграть в игру. Жиза. Ну, лагает жутко просто игрок. Штанах? А там есть челики, там я челики. Пошел. А я пошел. Быстрее. Пойдем, побежали. Будете меня на них направлять. Фуловый, что ли, корабль? Да, я фуловый. Блин, здесь кто-то. Здесь закрылось почему-то. Я туплю, я там юзал, я же тебе говорю, что я там плюю сейчас. Ну, у меня сейчас сердцебиение рядышком. О, маньяк рядом, Кать. Да, давайте-ка мы вместе побегаем. Да, у меня есть пушка. Я возле самолета какого-то хожу. Мы сожжемся с много чего в одном матче, 30, по-моему. А, там внизу, сердцебиение пропало. Слушайте, у них экстрактор... А, вон он. И у него пол хп. Ну здесь... Просто хп мана только что показывалось. Я видел хп мана только что. А вон он в той стороне, где-то к северу. Сзади. Зомби тоже лагают. Да. Зомби лагают ужасно. Мана почти убили. Это мана походу. Почти, да, убили. Пойдем. Добьем его, да. Кати нету здесь рядом. С это вами. Да Катя на маньяке. А что, он лечится? Их двое, что? Чё? И всё, пока, трое. Ребят. Ладно, обратно. Серёг. Зачем я это сделал? Кстати. Пойду я превращусь, Кась. У меня накопил. А, её заюзали только что. Заюзали, кстати. Кто-то сейчас прибежит с той стороны.
Я какой-то снайпер. Оп, он прям очень близко. Их двое. Бежим отсюда, ребят. Я успел выбежать из шарика. Я не успел. Нет, вы могли успеть. Он не сразу появился. Блин, я буду вас дефать, чё, не? Да не надо. Не, ну ты хорошо спряталась, я согласен. Паралис, найди мусорку. Он на другую сторону от нас ушел. Вообще мы здесь все вместе, можно и. Да. Мы строем с пушками. Ага. Нормально, сейчас разберемся. У меня два патрона в револьвере. У меня жнец. А что зеленая зона там делает? Открылась еще одна. Аки, выходи. И что, всех китайцев перебьем здесь? Ее опять заюзали, да дадут мне заюзать или. Да нет, вроде луч есть. Че это такое? Там кто-то заюзывает или отюзывает. Куда идем? Пойдем на синюю точку, там экстрактор. Не, ну куда же. На востоке. Там тоже чуваки. Что купол дает? Вообще выпускает. Не пускает просто. Пройти нельзя. Нужен только один активировать, нужно активировать то, что. Они уже активировали, сейчас будем халяву лутать. Я превратился. Окей, мы на экстракторе. А как юзать обилки? Один раз чувак. Да, F и летаешь. Блин, мне патроны для дробаша очень нужны. А, я не в точке стою, лол. Мы с тобой оба не очень умные. Так, это за кем я бегу? А это за каким-то челиком, но нас здесь двое, да. Так, я знаю, что вот это. Да. Это точно. Это точно не. Ты же, да, знаешь, как мы выглядим вроде бы. У меня розовые волосы. Я его убил. У меня рыжие волосы. Хорошо. Чё, дурная, что ли? Вот, реки для гроба. Какой-то Миозук на Твич умер. Так, это наши трое. Нет, это не наши. Нет, я сама левая, эти трое. Блин, они с тебя выбивают тьму, которую я сожру. Да, надо забирать. Раз уж выбивают. Конечно. А упади ты. Мы с тобой Наруто раннеры. Что такое? Тебя убило? Тебя, видимо, убило, да? Тебя убили? И ты в другой мир перешел. Ух ты ж. Вот, рава бей. Но они прям отбиваются нормально так. У них, видимо, тоже пати. А еще меня выбрало, пацаны. Ты, да, тебя выкинуло? Выбрала. А, выбрала. Окей. Ну, у тебя 1400, нормально. Так, я бегу к выходу. Сейчас, подожди, я с тобой вместе пойду. Подожди. Я сзади. Я не знаю, что за на каком я выходе, но... Слушай, нам до того 800, а до этого 300. Все, да, давай к тому, я до которого 300. Я до 300, которого бегу тоже. Лол. Нравится, да, цифра хорошая? Это он наверху, которая была, по-моему. Да, самая да. Верхняя? Самая верхняя — это мой. Вы будете побегать, говорите. Да, он какой-то высокий. Трюм ММО, ключи от этой игры, игра. Интересно, это только ранний доступ тебе как? Мне нравится игруля. Это что, уже можно сбегать или что? Или надо ждать? Да, можно сразу сбежать, ничего ждать не надо. Всё, наоборот, через 3 минуты мы проиграем. Да подожди меня чуть-чуть. Не, я постою у выхода. Здесь мы все вместе бежим, кстати. Здесь не только я один бегу. Ну. Это снайпер. Маньяк на выходе стоит. Ну, понятно, да, дело. Да, маньяк на выходе. Нет, что-то он совсем близко где-то. Или он за нами бежал? Давай, мне кажется, он за нами бежит, потому что... Бегу. Да, давай. Где он? Может, убьем его? Ну, мы на выходе... Ну, можно, в теории. Ну, он отсюда придет по-любому, с этого... Да, можно убить, попробовать. Были под точки, которые обозначают, типа, что за выход. Что, да, какая точка, какая. Он ушел. ABC, например. Он ушел. Да, он сбежал, хз. Он испугался, как у нас. Может, пострелять в воздух?
Вы там вдвоем бегаете? Не, нас тут четверо аж. Четверо? Ну, мы вдвоём, я к кому-то подвигаем. Сейчас подлетаю, если что, визжите громче, пожалуйста. Не, это не, не вообще рядом нет. Они сбежали, только мы двое здесь остались. Они, они оба сбежали себе. Да, я вижу. Блин, дым жесткий на самом деле. Вообще ничего. О, сердцебиение. А мы хотим сейчас? Я вдвоем уже не уверен. Ты подлетаешь сейчас. Это Аки положено. Да. Не, ну ты... Это ты? Нет? Да, ушел. Я убегаю, меня ранил один раз, да. Слушай, а ребята-то еще стоят. У меня патронов нет. У меня патронов уже нет. Ну давай сбегай. Я сбежал. Я сбежал, да. Так, а просто вниз надо спуститься, а да? Я... Ага, все, я понял. Я да, просто вниз спускаюсь. Я тоже сбежал. Он меня не может. Че, спектейт можно? Ой, я хочу вороны. Ворона. Ворона. Пойдем, полетели. Убли. Че, если стукнуться, то все конечное? Не знаю, нет, на пробел взлетаешь. У меня на вниз. Вот, кстати, вот нажмите правую кнопочку. Правую кнопку мыши. Быстро. Да, да, там посрать можно. Там можно. Отлично. Вот я хочу очистить. Надеюсь, больше тьмы из извлекателей. Ну да, естественно. Надо брать больше тьмы. Да, нам нужно насрать, короче, на сурва и тебе зачистить. А сколько. Интересно, сколько перков можно использовать одновременно? Наверное, один, да? Я взял перк, который больше тьмы извлекает. Звучит неплохо. Слушайте, а вы поняли, куда дают вот эти вот шмотки, которые вроде как за ачивки? Мы когда проехались по фуникулеру, дали ачивку, и там была футболка нарисована. Это, думаешь, шмотка дается? Ну, чё-то как нифига. Ой, у меня рыбак открылся. Может, это какая-то ачивка с фоткой? Хз. Может быть. Я не думаю, что... Синка. На ачивке просто указана футболка. Да, и всё. Ну, нет, на ачивке указана не футболка. Я не вижу там, чтобы за что-то давалась футболка. Нет, слева, когда ты выполняешь, в самой игре слева появляется такая футболочка, типа. Ладно, мы что, играем? Акуф, ты как, приглашаешь? Да. Уехали. Ага. Чё, Паралич, пошёл отдавать? Пойду деньги верну. Давай. ГЛХП. Не, она вообще скучная. Покакать за воронами, естественно, очень весело. Вот это лучшее, что есть просто. Самое прекрасное. Чё, мы, может, другой режим попробуем? Давай попробуем, да, остаться в живых. Погнали. Азию опять. Угу. Да, давай Азию. Давай, Паралис, удачи. Пока. Три квадрата, три перка. Где ты видишь квадрата? Я не успел понять. Вон. Ну, три раза на Европе запускалось, ничего. Сиеросно старайтесь затроллить челика сначала. Вот те, кто на Азии играет. Затем 300 любимое число. Там Китай, Япония, их очень тяжело бить. Бедняк все еще 150 пинг. Такое ощущение, как будто азиатские сервера стоят в России. Серьезно. А почему я присоединилась уже к... А, ну, поиграно. Вы тоже поиграли, да, видимо? Да, конечно. Я вот только догружаюсь, меня так долго грузит иногда в этой игре. Короче, нас риснуло, когда уже зона уменьшалась. Дивномирье! А, ну да, я умираю. Стоп, ну я вроде как в зоне показано, нет? Ладно, неважно. Да слушай, умри. Тут аж 500 экспы дает, а не 250 за этот режим, так что... 400 дали. Тема. А, тут... Там же количество опыта и тьмы зависит от того, кто умер до тебя, что-то такое. Слипи, спокойной ночи. Что, цепляет или так себе? Ну, задумка меня радует, но, блин, если бы не этот пинг, это просто ужасно. Играть невозможно. Что, инвайты есть? Да, сейчас, минуту.
Как оптимизация? Не, оптимизация норм. Кстати, надо бы, я хотел графон чуть-чуть пониже, наверное, далеко. Высокий поставить, чтобы... Вдруг чуть меньше лагать будет. Покатались на фуникулере в 5 FPS, да. Я в 5. Не, ну я должен накопить на эти серебряные шортики просто. 5000 еще кредитов. Ну что-то перестал кредиты находить на картах. Потому что мы в пати, видимо, воруете все. Нет, ты. Нет, вы. Уже 10 тысяч. Чё ты жалуешься? Так я 15 коплю. Ну, у меня вообще всего, ну, у меня 5600. Вот у него 5200. Сидит и жалуется, вот вы все воруете. А? И ухо отгрызу. Нет. Не достанешь. Да. Какого? А, да-да. Я заболталась, сорян. Блэкаут круче. Чё, предлагаешь блэкаут? Можно. Блин, тут я не Тут не какой-то знаю. Идиотизм, на самом деле. Я бы реально часик бы побегала в тот самый блэкаут. Я бы тоже. Меня выкинуло, кстати, да. Я в лобби. Ну это, блядь, сори. Так, всё хорошо. Серёг, так может реально блэкаут? Пойдёмте в блэкаут, я не могу больше. Я бы еще чуть-чуть побегал, прям. Вот. Давай еще одну карту попробуем. Да, давайте еще попробуем. Вылезай, мертвая. И тебя не зазря выкинуло, потому что опять вылезаешь и сразу умираешь. А вы пробуете именно режим остаться в живых, да? Да. Что? Не знаю, не, побег забавный. Я понимаю, почему вкидывают уже на 4 игры. Пойдемте еще попробуем другую игру. Давай на Азии тогда. Азия топ. Ну, типа, я отдавать ее не буду, пусть останется. Ну, доработают же это что-то. Сыграйте в обучение в пати, говорит Ресин. Табуретки откусит, слышь? Откусывать сосочки тоже больно, например. До них я, как правило, всегда дотягиваюсь. Оставь это, ты... Я меня выкинуло в меню. Тоже. И ты Европу запустила. А подбор пати здесь вообще никакой. Северную Америку не надо запускать, я бы запускаю. Лучше Азию, да, Азию, ну, лучше. Окей, Азию давай. Ну, на тех... Пока что на Азию всегда попадает в катку. Вот, так вообще. Вот, Азия была. Да. И мы попали, и все. Ну. Просто... Сейчас, у меня показывает, что снова Европа стоит. Мне тоже показывает, что Европа стоит. Дотягивается до сосочка. Да, я 160 сантиметров ростом. Метр в кепке и в прыжке. Выглядывайте осторожно. Every Silver Cloud, привет. Ром. Я присоединилась, потом у меня был черный экран, где у меня персонаж дышал. Сейчас опять загрузка. Ну, тут тоже поиграно. Да? Да. Да, тут неплохо опыт фармить. Плюс 500. Да, я... Падение вниз? Нет, какое падение вниз? Тот самый же. Если... Там зона убивает. Если ты вне зоны, тебя убивает. Мы в побег же. А вылезаешь, ты уже вне зоны. Там 3 секунды и... Мы же в побег. Нет? Нет. Ладно. Как раз хотели попробовать именно... Тот самый. Меня показывает, что мой уровень выжившего внезапно стал первым. Играешь такой, чувствуешь, как деградируешь. Аки, ты где? Я бегу. Статистика. А, меня просто, ну, показывает, что мы ищем побег Европы, но, наверное, это не так. Нет, нет, это то, как у тебя выставлено. Да, да, значит, я понимаю. Показывается. Да. Во что завтра играть? Как бы вопрос теперь, во что играть, что стримить? Пойдемте в ДБД. Блэкаут. Да я, нет, да сейчас-то можно, я имею в виду вообще, во что завтра играть, во что послезавтра играть.
Сейчас надо до сентября просто чилить. Ну вообще-то до вторника, во вторник в Хейдесе обнова. Как игра, гай или не гай? Игра прикольная, но все так лагает просто. И это опять поиграно. Че, все, мы выходим из этой прекрасной игры? Можно попробовать еще вот ту катку одну, если хочешь. Го обычный режим, побег на Азии. Ну, пошли. Фармить тьму. Сейчас, у меня все еще грузится. Как быстро прогружаетесь в эти лобби? Может, низкую графу поставить? Сейчас Alt F4 сделаю, перезайду и поставлю низкие. Это что тут эти прогрузки долгие? А, ну оно и так меняется. На средний хотя бы. Короче, даже незаметно, что меняется. Ей, я снова пятый уровень. Ура. Снова есть мой перк. Давай три. Есть шансы переплюнуть ДБД? Да, да, вот эта игра убийца ДБД. Нет. Собдай будешь делать, не буду лока с ним. Я уже завтра в нее играть не буду, потому что... Ну, камон, она не работает нормально. Этот пинг, это... Я эти лобби выкинул куда-то. Я не знаю, у меня... А у меня пинг 12. Черный экран показал. Я не знаю, где у них стоят. Не, я в лобби. Акула в лобби. Потерпи, может быть прогрузит? Может быть прогрузено. Как вы так быстро грузитесь? У меня лол стоит. Игра на харде. Лол. Ну уж завтра по новой номере, да? Очень четкое ощущение, что они перепутали серваки Азии и серваки Европы. Потому что у меня пинг на Азии, как на Европе. Я говорю, пинг на Азии, как на Европе, а Европа поломана к херам. Вот, по-моему... Я загрузил центральный топ. Это мы уже вылазим, да? Мы вот сейчас, да. Вот прям. У меня пинг 80. Я не знаю, где вы такой пинг берете. У меня 84. Ну ладно, 60 сейчас. Ну не, вон у китайцев тоже норм 80-60 вроде. А, так вот, тут тян. Да-да-да, я к счастью, я догрузился каким-то образом. На первой того этапке. Так, ну пошли вон в какой-то город прям, смотрите, на севере, ну, на исте, вернее. Там есть желтая точка. Ну, пойдем. Все забрали. Оглушитель. Тут трубочка лежит. Сейчас возьму. Подожди, а мы с акулой. Дивномир или легендарный? Давайте. Бегу. Ты хочешь прям в город? Не то, что справа. Это не город, это, короче, парк развлечений, да. И здесь легендарный, я, так что менее. Идите сюда, а, да. Все, окей. Мы сейчас здесь сразу косарик заработаем. Фишки. Ну, 500 где-то. Фишки. Тыкай, давай смотреть, что нужно. Сейчас добегу, когда до него ждать, тыкну. И яма. Бери, если тебе нужно. Я райфу взял. Сейчас. Это кто? Это с нами еще китаец какой-то тоже здесь. Очень рада за него. Так, один запустила. Сейчас последний запущу. Где, говоришь? Был дробовик. Да, это по идее последний. Да.
Да, он экстракцию нашел. Мамонт легендарный. Ну, кажется, я его возьму себе все-таки. Собирается. Хорошо, да? Ну, я дерусь кулаками, не знаю. Там была еще одна труба, была на респе у нас. Че на респе? Че, сразу в доктора или нет? В смысле сразу, вам чему надо набрать? Ну, нам мы сейчас наберем здесь дофига. Смотри, как видишь, копятся. Просто посмотри, да. Это легендарка, они очень жесткие. 6, 7, 9, 9, 9, 9. Чё? 500. Такое. 500. Это тьма, 600, это да, шкала. А, ну нет, шкала-то понятно, да. Смотрите, да, не, давайте просто на юг пойдем, там аж две точки будет. А эту запомним, как только она реактивируется, будем ее лутать снова. На юге 2 будет? Откуда инфа, что на юге 2 будет? Нет, ну карту открываешь, не юг, нет. Маленькую. Оставляйте мне синие, пожалуйста, потрошки, если на... Шо? Мне хотя бы что-нибудь, что еще... А, нет, нет, не ист, С, на С, все верно. Ну, на С. Да, да. Смотри, что там ничего вроде нет. Две желтых точки. Блин, а как их как уменьшить? Ты видишь, я не вижу. А, ну мышкой, колесиком. Охуеть, я тупой. Спасибо. Ну, здесь обычный, но и надо собрать этот канистр и фигня, короче. Ей. Троны, которые мне нужны. Чувак же есть. Или легендарного мамонта. Легкие патрики не буду собирать. Блин, их здесь очень много. Ладно, соберу хоть немного. Игра, это новый убийца ДБД. Капа. Почему выбрался шокер? Я сейчас сдохну, лол. Почему? Окей, ладно, меня спас... Меня мобы зажали в дверях. Это было очень, ну, как смешно. Бы я бегу превращаться. Надеюсь, я классно. В тиме, да? Ну, у меня... Аки рыжая, я розовый. Розовый? Да. Да, у меня розовый, там розовый. Он еще один лишний, она к тебе побежала. Как да, раз, да. Она, короче, здесь на дороге. Ков, это я? О, дальше, она, дальше. Она, он... она вот сюда, за дом убежала. В дом побежала, да? Я просто не видел, где она. А, она, наверное, на молекулятор пошла, этот, нет? Вот, розовая, это она. Нет, розовая. Ты сейчас Аки видел? Нет, вон там, это я. Аки. Здесь должна быть еще женщина. Да она вот на следующую точку пошла, по-любому. Вот кто-то убегает от меня. Это я бегу. Я бегу, да я ищу. На волосы, обращай внимание. Да здесь она должна быть. Она включила только... Вон она, вон, смотри, за деревом. Все, уходи. Ухожу. Да. Та же самая битва. Пойдем на следующую точку. Домой. Ну, а вот тебе точка, чем не точка. Синенькая? А, синенькая тоже точка? Мы прям здесь. Здесь еще пара человек бегает. Вот за нас еще один. Нет, двое. А, в тебя он стреляет даже. Да, она прыткая. Да бовичок. Убила? Есть синие патрошки, не? Да, активируется уже. О! Отлично, нашла бита.
Так, это не молекулятор. А что за молекулятор-то был тогда? Почему он меня подсвечивает? Вот здесь у нас еще одна эфирка. Так, вон она в доме. Вот же, вот в юбке. Она забежала за молекулятор, да. Блин, на самом деле это дикий тиммаппинг. Да непонятно, типа, нормально это или нет. А тут еще один доктор. Может, мы с тобой это свалим отсюда, да? Черт, успел. Вижу акулу, бежу к акуле. Да, согласен, пойдем вместе к ней. И там синяя точка. Акув, что там за синяя точка? Ну, ее редкость. В обратную сторону посмотри. Ладно, там человек на этой точке, я хочу его убить. Сейчас попробую гарпунчика. Да, давай. У меня тоже уже красненькая. Анкаман обычная. Там уже как-то сюда. Вернее, рыбак. Я рыбак. Пошли, я превратился. Чувак бегает. Где? Да, так, Серега, да, я превратился. Здесь сейчас я только не могу понять, где экстрактор. Нет, у него рыжие волосы. Мне белая футболка, и мне вам удалось. Где сам экстрактор находится? А, вижу. Вот передо мной. Не вижу. Это акула. Я просто акулу только вижу. Нет, еще дальше. Вот нет, акул, ко мне беги. Че она просто тут стоит, я не понял. Я за чуваком бегу, беги сюда же, чтобы заманивать. Че у меня оружие? Гарпун. Еще сонар. Вот, здесь еще один экстрактор, короче. Она ушла в лоб. Я делаю вид, что я ничего не слышу. Я вообще не... Сейчас я поставлю какую-то хрень. Ага. А, вижу, да, вижу. Ну, я убил ее, да. А что это за штука? Она всех показывает? F для этой рыжухи. Да, она вас подсвечивает периодически чуть-чуть. Прикольная тема. В общем, я не знаю, успели еще куда-нибудь. Так у меня 95%. У меня уже давно все есть. Тьму коллекционирует. Все, что ты сейчас соберешь, ты с собой... Я врезался в болото. А, не болото, это кукуруза. Нет. Здесь в любом случае нужно ее собирать. Так, отлично. А теперь... О, слева есть. Серега здесь превращался. Нет, он чуть дальше вроде. В общем, еще одного я не успею, видимо, минусануть. Так, сразу от вас там подальше. Короче, гарпунчик гораздо жестче, походу, чем доктор, потому что вот эта подсветка прикольная. У доктора ПКМ вообще не работает. То есть урон маньяка в голову, нет, в тело. Здесь появился. Ну, вот. Да. Лол, вот акула. Это акула, да? Чуваки бегают совершенно... Вперед, да, вперед, беги туда, вот прям куда бежала, левее. Вот сейчас. Да. Зона, да. Из нее не могут выбираться игроки. Блин, нужно парк до сих пор. Бежать еще левее. Да, тебе надо дальше идти. Желтая зона. А, вот и мы на нее пойдем, да, Айки? Да. Вот здесь человек вот там. У нас какой-то китаец на первом месте. Его бы убить. Ой, это не... Нет, не мы. Хорошо. Они меня еще убьют? Фиолетовая лопата. Да, ну, я вижу, у тебя хп маловато. А, все окей, убила. Уж. Ну, граната. А что здесь нужно-то? О, вот, необычный, погнали. Да? Нашел? Угу. Ой, синенькие. Синенькие. А я приду возьму сейчас, прямо, хорошо. Прямо справа от меня, короче. Поможешь с экстрактором? А я по-твоему чем занимаюсь? А, вижу. Жди, а где ты синий? А, вижу. Обычный, блин, мощный. Это дикий ОП и очень нечестно. Играть в пати? Абсолютно.
Да. Ну, такое у них. Такое у них пати, я не знаю. Ты БД на бумаге. Это ты все еще? И... Вот да. Аков. Или уже не ты? Вот правее, вот мы правее. Вот если правее пойдешь, вот это мой, да. Вот, прыгаю, стою на дороге, это мой. Так я же здесь, это, конечно, ты. В смысле, вот стою, прыгаю. Так она уже. Типа, это уже не она! Понятно. Ну, можно бежать. Я поэтому и спрашиваю, ты бы хоть сказала, когда превратилась-то? Ну, я же сказала. Ну ладно. Меня убила. Минус. Нет, ты когда ты. Можно дальше убивать, это совершенно другое. Нам нужно понимать, тот ли киллер к нам прибежал или нет. Кто-то сдох. Окей, GG. You can hide, but you can't run. Я пойду полетаю в птичке. Она была живая же, нет? Да. Нет. Окей, да, пошли срать. Так, я хочу ачивку. Да не на тебя, хоть кого-нибудь. В смысле, я не могу сюда залететь? В смысле, здесь темно? Здесь я нашел какую-то зону, в которой не... А, это зона респавна. Ненавижу реверс управления, как же это убого. Да, надо убрать его. Убого и тупо. А куда ты при... Куда... А. О, я вижу... О, я вижу... ХП-маньяка! Я вижу! ХП-маньяка! Да плети ты, срань. Я вижу доктора. Нет, не я доктора, вижу, Челика. Я вижу тебя, ты летишь впереди меня, летишь, брат. Ну я попробовал насрать, не получилось, по-моему. Чё, я сдохла, можно. Сейчас, погоди. Тут чувак, тот да чувак. Да мы тут насрать не пытаемся. Почему они срут кровью? Типа, больно, наверное, очень. Срать. Я вот пытаюсь. Какое же тупое управление-то. Сюк. Очень просто лететь очень-очень долго, на самом деле. А чё у меня? Ты... А чё, где ачивка вообще? Ты на земле посрал на себя. Да нет, я на них пытаюсь. Я тоже. Хочу ачивку. Сука. Если я в упор подойду и пока кто-то будет так считаться, нет? Ну, я пытался, не получилось. Я понимаю его, но, блин, надо покакать. Блин, тут столько экспы. А они все взяли. Да. Привет, Ахи. А где вы летаете-то? Ты отлично стреляешь, милый. Спасибо, я тренировался. А ты очень звонко каркаешь. Я долго тренировалась. Игра для кильки, по-моему. 360. Видно, нет? О май гад! 360. Полетели, может? Полетели. Других найти. Я не умею взлетать. Господи, я в слёз. Я в слёз. Нет, я тебя... А, вижу тебя, вижу. Всё, я с тобой лечу. Нет. Так. Я упал на землю. Только надо понять, где выход-то здесь. Я не понимаю, как вот здесь выход искать. Вороном-то не видно. Гайс, она только минуты две летать может, да? Нет. А у меня на все, она... А, вот, теперь... На shift. Shift нажми. Окей, я тебя потерял, каркни! Я примерно там же.
Я вот там, где фуникулёр. Вижу, вижу тебя, вижу. Да, здорово. Чего ты там? Ничего. Я сел на крышу, не знаю, где ты. Да вот, вот. Я на эту же крышу сел, здорово. Взлетела, окей, я взлетела. Черт, опять тебя потерял. Куда полетим-то? Я слишком высоко взяла. Я левее, сейчас я. Чёртова крыша. А! Во, вижу тебя. Лети вперед. Ага, все, давай туда, давай. Понять, где это самое. Это самый нелагающий геймплей в этой игре. Кстати, это нормально, что я вообще урона не нанес ману? Слетаешь, а может ты нанес, я типа не знаю, я в него что-то стрелял, красная, стрелял. А, нет, красный это не выход. Где же все тогда? Этих чуваков повезло найти просто. Ну да. Летай, короче, по красным точкам. Это те штуки, которые издают... Не, я за тобой звуки. Просто лечу. Можно там где-нибудь лечу. А, окей. Ля, тут противостояние. Блин, где? Бля. Видите, какой-то только помыть три машины и срить на ней. А, нет, это же нормально, что игроки не показывают. Всегда он предлагает машину найти чистую какую-нибудь и посрать на нее. Или я предлагаю памятник лучше. Здесь есть памятник? Я тебя потерял. Я вот там, где железнодорожные пути. Да, вроде я над ними, вот над этой да, штукой летать. Да, вот я четко над ними, вот просто вот сейчас повернешь, сейчас я подключу. Я четко над ними летала. Вперед просто по ним лети, там посмотрим. Ой, я как-то прям почти летела. Карпмин ей репут. Я вправо пошла по железнодорожным. Я прям по ним лечу, не знаю. Логично. А, темно, деревья, нихера не видно. И не голуби. О, это выход, нет? Нет. Я окончательно потерялся в тумане. GG. Да, надо понять, надо карту потом изучить будет. Ой. Давайте, да, все, хватит.